Сегодня, 17 марта, граждане приняли участие в лыжном марафоне, который прошел в городе Зеленодольск. Этот забег стал завершающим лыжным стартом «Тиммерман» в этом сезоне. Супер погода, супер настроение, супер трасса, супер Зеленодольск, супер компания, супер люди, супер город, супер республика. Классный лыжный сезон! В здоровом теле здоровый дух! Как держать, граждане?